Здравствуйте! Отгремели новогодние корпоративы, которые подарили артистам возможность вновь выйти на сцену. Выступления звезд, как правило, проходят без казусов, однако иногда неприятная ситуация все-таки случается. Так произошло и с Ириной Дубцовой, которая упала, едва выйдя на сцену. Певица, которая выступала на закрытом мероприятии 31 декабря, рассказала, что перед выступлением ругала 2020 год. На сцену она вышла в прекрасном настроении, однако в один момент все пошло не так. Грохнулась на сцене с высоты своих каблуков, просто запнувшись о шов. «Так год мне отомстил», — поделилась Дубцова. К произошедшему Дубцова отнеслась с юмором, тем более обошлось без серьезных травм. Артистка быстро взяла себя в руки, собралась и продолжила радовать перепуганных гостей своим выступлением, пишет собеседник. «Надеюсь, что у компании, у которой мы гуляли, было еще над чем поржать», — шутит Ирина. Сразу после небольшого концерта «Звезда» отправилась домой. Новый год Дубцова встретила в компании самых близких людей, сына, родных и проверенных временем друзей. Ранее продюсер рассказала о том, как Гагарина вывела Дубцову из себя. Оказалось, что Полина постоянно срывала съемки из-за своей учебы. Так произошло и с клипом на песню «Кому зачем». А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!